Всем привет, это Рубин ТВ. 9 декабря наши футболисты сыграли заключительный матч в 2017 году против СКА Хабаровск. Прошло чуть больше недели, они уже разъехались по отпускам и встретятся на сборах после Нового года. Ну а мы с вами посмотрим рубрику «Вокруг матча» о самом ярком, что происходило в тот морозный вечер на Казань-арене. Привет, скажи, пожалуйста, ты сегодня первый раз пришел на матч Рубина? Да, да, первый раз. А тебе не холодно? Нет, нормально, я привык. Не, я привык, мне нормально. А тебе как? Она первый раз пришла, такую погоду. Минус 10 на улице, как-то вот вы ощущаете на себе то, что холодно сегодня? Никак нет, очень приятно. Хорошая погода, очень хорошая погода. Настроение... Главный футбол, болеем за Рубин. Все. Вы часто вообще посещаете матч Рубин? Первый раз. И сразу же пришли на минус 10. Да. Так, да. Вам очень повезло, поверьте. Азму забыл наконец-то, молодец. Самый лучший китайский зритель сегодня на Казань-арене. Расскажи, как тебе? Не холодно вообще? Ну, холодно, но ребята хорошо играют, так-то горячо. Да. То есть тебя футбол греет сегодня? Да, да. Как вообще в целом тебе два гола? Это, ну, по мне, вот это очень классно. Ты как думаешь? Не хватает еще. Еще можно. У Рубина, безусловно, самый отъявленный, самые морозоустойчивые болельщики в мире. Давай подойдем к одним из них и спросим парочку вопросов. Господа, скажите, как вам первый тайм, как начало второго? Мы очень счастливы, наши красавчики очень здорово играют. Молодцы. Вы вообще не мерзнете сегодня? На улице минус 10. Атмосфера очень теплая, все классно, прикольно, очень жарко. Июль все-таки. Сегодня выиграем. 3 очка надо нам. Если им проиграем, все, ничья тоже не надо. Ничья — это поражение будет. Надо выиграть, надо обязательно. Мы выиграем сегодня. Рубин добьет победу. Сегодня уже 3 гола, можно выбрать из них самый лучший. Какой понравился больше? Понравился больше всего второй гол. Да. Когда он исполнил между вратарем и штангой. Да, это очень здорово было. Мы все еще от него не можем отойти. Рубин только что пропустил гол, счет 3-1, но я не думаю, что болельщиков это сильно расстроит. Давай прямо у них и узнаем. Привет. Скажи, пожалуйста, вот сейчас Рубин пропустил гол, счет 3-1. Ты расстроился? Нет, потому что видно то, что они сильнее, атакуют больше. Но это шарной мяч какой-то получился. Скажи, забил сегодня победный гол, команда победила. Как у тебя эмоции после матча? Победили, рады, что первый отрез чемпионата закончили с победой. Много очков не добрали. Я надеюсь, что в следующем отрезке доберем то, что не добрали. Нам нужно выигрывать те матчи, которых мы проигрывали. Скажу так, незаслуженно, но бывает такое, что это футбол. Поэтому я думаю, спасибо болельщикам, которые пришли сегодня такую погоду поддержать нас. Они истинные болельщики Рубина. Я думаю, в дальнейшем все поправится и потихоньку будем набирать обороты. А сегодня за бортом было минус 10 градусов, на трибуне было очень холодно. Вам, футболистам, сегодня каково играть было? Не, относительно не чувствовали холод, потому что двигались хорошо. И плюс еще болельщики вперед вели, поэтому я думаю, сегодня заслуженно победили. Могли забить еще, жалко пропустили, что Сосван сыграл не на ноль, это наша вина. Поэтому бывает. Я думаю, что так. С победой всех. 20-й тур принес победу нашей команде со счетом 3-1.
И Рубин сейчас набирает свое 23-е очко. Теперь команда отправляется на сборы. И следующий, 21-й в сезоне матч РФПЛ сыграет в гостях. С махачкалинским Анжи. Спасибо за просмотр. Увидимся на сборах нашей команды. Подписывайтесь на официальный канал футбольного клуба «Рубин Казань». Всем пока!